Всем привет и добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы отправляемся в самый харизматичный и самый дорогой город Германии – Мюнхен, который подарил миру не только фееричный праздник пива «Октоберфест», но и легендарные автомобили BMW и, конечно же, футбольный клуб «Бавария». От всего этого веселья нас отделяет более 400 километров дороги с невероятными видами, красивыми городами и замками, мимо которых мы не сможем проехать. Так что путешествие предстоит очень интересное. Спасибо всем, кто поставил лайк этому видео, подписался на канал. И давайте начинать! Отправная точка нашего путешествия – город Вена. Выехали мы максимально рано, так что к 10 часам уже добрались до региона Зальцгамергут. Про него я немного рассказывала в видео о лучших местах Австрии. Если не смотрели, очень рекомендую. Ссылку оставлю в описании. Хальштадт – невероятный старинный городок, спрятанный в горах, как раз расположен именно здесь. Но помимо этого, в регионе находятся и другие интересные локации, в том числе город Бадышель. Когда-то именно Бадышель, а совсем не Хальштадт, был главной туристической точкой региона. Элегантный, курортный город на протяжении многих лет был летней резиденцией императора Франца Иосифа и до сих пор сохраняет налет аристократичности. Сравнивать два города нецелесообразно, но невольно ты все равно это делаешь, ведь оба достигли процветания благодаря активной добыче солевых залежей. У них даже одинаковые сувениры, но, наверное, здесь виды не такие завораживающие, поэтому, несмотря на то, что город отличный, его стоит посетить, все-таки он не входит в список мест обязательных посещений, в которые входит Хальштадт. Но если вы не хотите ловить на себе косые взгляды местных, которые постоянно протестуют против овертуризма, Бадышель – отличная альтернатива. Когда в начале 19 века выяснилось, что источники в регионе Зальцгамергут чрезвычайно походят по составу на морскую воду, но обладают более сильными лечебными воздействиями, Бадышель зачастила австрийская аристократия, а за ними известны политики и деятели культуры. Сегодня сюда по-прежнему приезжают, чтобы поправить свое здоровье не только лечебными процедурами, которые можно удачно сочетать с зимними видами спорта, но и располагающей атмосферой. Город действительно очень приятный, но мне кажется, что лучше всего его посещать в более теплое время года, потому что лысые деревья не добавляют ему очарования. А если сюда приехать, когда все здесь цветет, то, конечно, в этот город можно влюбиться. К тому же Бадышель может похвастаться рядом исторических зданий и достопримечательностей. Самое главное – императорская вилла, в прошлом резиденция императора Франца Иосифа. Архитектурно здание не слишком примечательно, но отлично вписано в местный пейзаж. Также не могу не отметить старинную кондитерскую, в которой часто бывала любительница сладкого императрица Сиси. Ее можно легко понять, выбор десертов огромен. Я думаю, что прилавок с пирожными будет меня преследовать в сладких мечтах еще долгое время, так что место однозначно рекомендую. Ну а мы двигаемся дальше. Отдельно отмечу дороги Австрии и Германии. Они великолепны. Более того, они безумно живописны. А потому вождение превращается в сплошное удовольствие. Единственный минус – вы не можете точно рассчитать время прибытия, потому что постоянно делаете остановки, чтобы насладиться красотой. Не заметив, как мы пересекли границу и немного выбиваясь из графика, мы приехали в город Фюсен, Германия, регион Бавария. Обычно туристы рассматривают Фюсен как транзитную точку по дороге к замку Нойшванштайн, но город определенно достоин более пристального внимания. Нарядные расписные домики сделали его одним из самых красивых городов Баварии. И, как пишут многие источники, отдых здесь хорош в любое время года, ведь тихая и безветренная погода в Фюсене редко преподносит неприятные сюрпризы. Но не в этот раз. Так что знакомство с городом мы начали с нестандартной локации. Как мы сюда забрели? Вообще, когда читали про этот город, было постоянно упоминание о том, что здесь просто идеальная погода, просто идеальная. Но на самом деле сейчас она максимально отвратительна, холодно, ветер дует. Дождь идет, поэтому мы решили его переждать в каком-то заведении, которое нам изначально приглянулось. Здесь одни местные, порции интересные, еда достаточно простая, но бюджетная. Поэтому мы сейчас подкрепимся и отправимся дальше. И к моему удивлению, как только мы доели наш обед, погода в Фюсене преобразилась на глазах. Так что мы с удовольствием отправились осматривать город. Центр города – это пешеходная улица, которая раньше была частью римской дороги. Сейчас же здесь расположены разные магазины.
и самое эффектное здание – старая городская аптека. Ее главной характерной особенностью является старинная роспись, создающая эффект полного присутствия барочных декораций. Много магазинов с традиционными баварскими костюмами. Встретить людей в таких нарядах можно и в будние дни, а уж праздничные все непременно. Это указывает на то, что баварцы чрезвычайно трепетно относятся к своей истории и культуре. А также, что у владельца такой одежды толстый кошелек. В среднем баварец тратит на приобретение одного национального костюма 1000 евро. А в гардеробе их может быть несколько для каждого торжественного события. Мужской баварский костюм называется «Тракт» и славится своими знаменитыми во всем мире кожаными штанами, иногда шокирующей длины. Женский национальный костюм называется «Гэнде». Изначально особое внимание уделялось длине подола юбки. Она должна была быть на 27 сантиметров выше от земли, что равнялось уровню кружки пива. Как я уже говорила, баварцы очень трепетно относятся к своему природному историческому наследию, поэтому все достопримечательности Фюсена пребывают в идеальном состоянии. Особенно это заметно при осмотре замка. Hohes Schloss Füssen. Построенный в готическом стиле, он расположен на вершине холма, неподалеку от исторического центра. У этого замка очень простой декор, который разнообразили 3D-рисунками, которые, кстати, издалека очень реалистичны. Я не уверена, что камера передает весь эффект 3D-рисунка, но вот кажется, что как будто бы действительно здесь прям рама сделана. Но нет, это просто рисунок. Все это благодаря технике. Люфтельмалерай. Традиционной баварской росписи, предполагающей нанесение изображения прямо на мокрую штукатурку. Таким образом, на совершенно гладкой стене фасада появляются вензеля, балкончики и даже целые картины. Если у вас не идеальное зрение, то некоторое время можно потратить на разгадку ребуса. Какие из элементов архитектурного декора нарисованы, а какие реальные? Практично, экономно, но эффектно. Наша следующая локация – ожившая фантазия немного безумного мечтателя короля Людвига II – замок Нойшванштайн. Можно сказать, что он знаком нам с детства, так как стал прототипом замка спящей красавицы, который появляется в заставке каждого мультика Дисней. Как вы наверняка заметили, замок находится на возвышенности, и можно добраться самим, либо арендовать карету. Но мы решили все-таки прогуляться. К тому же подъем достаточно легкий. Туристов даже под конец дня очень много. Замок пользуется бешеной популярностью. А с чего все началось? Во второй половине 19 века Людвиг II решил прямо посреди Альп построить сказочный замок из старинных германских легенд и пригласил на роль архитектора не профессионального строителя, а театрального художника. Король настаивал на личном одобрении каждого чертежа, каждой детали. Его участие в разработке оказалось столь значительным, что замок стали считать его персональным творением. На свою мечту он тратил такие колоссальные суммы из казны, что в итоге его объявили сумасшедшим и отстранили от дел. Вскоре он погиб при таинственных обстоятельствах. Замок через некоторое время все же достроили, но значительно сократив первоначальную задумку. Несмотря на это, Нойшванштайн стал одной из самых популярных достопримечательностей мира. К 1899 году он полностью окупился и на протяжении многих лет стабильно приносит доход. Так что, может, задумка короля была не сумасшедшей идеей, а хорошей инвестицией в недвижимость. Самый красивый вид на замок открывается вот с этого моста. Знак вроде указывает, что мост закрыт, но мы все равно прогуляемся. А это вдалеке виднеется замок. Schloss Hohenschwangau. Он немного блекнет по сравнению с Нойшванштайн, но если абстрагироваться, конечно, замок шикарный. Обманули предупреждающие знаки, мост все-таки открыт. Несмотря на то, что изначально нам очень не повезло с погодой, мы все-таки застали пару минут, когда замок предстал во всей красе. Проснувшись на следующий день в Мюнхене, перед нами стала дилемма – что съесть на завтрак? Традиционный баварский завтрак, либо все-таки искать альтернативные варианты? Дело в том, что традиционный баварский завтрак включает в себя пол-литра пива, не меньше, белую баварскую сосиску, горчицу и солененький горячий брецель. Но оценив свои силы, мы все же решили начать свой день с уютной кофейни и ограничиться стаканчиком флета и свежей выпечкой. Кафе рекомендую. Кофе превосходный. К тому же у него отличное месторасположение. Всего в двух шагах расположен рынок. Viktualienmarkt.
Он работает 6 дней в неделю, уже более 200 лет. И без преувеличения можно сказать, что этот рынок – гастрономический центр города. Здесь можно найти все – свежие фрукты и овощи, специи, мясные и рыбные лавки, сыры, деликатесы. Короче говоря, это 22 тысячи квадратных метров рая для гурмана. Как вы уже, наверное, поняли, на этом рынке приятно не только делать покупки, но и просто гулять и немного подглядывать за местными. А если вы проголодаетесь, то можно перекусить прямо здесь. Кафе, баров и лавочек с вкуснейшей выпечкой, традиционными сосисками и пивом здесь полным-полно. Помимо этого, здесь раскиданы 6 фонтанов с питьевой водой и интересными скульптурами. Правда, мы насчитали только 4. Сердце Мюнхена и главная туристическая локация – площадь Мариенплац. Какая красота! Воскликните вы, когда увидите одну из двух ратуш. Но будьте внимательны, когда постарайтесь понять, какая перед вами – новая или все же старая ратуша. Так вот, самый популярный фон для селфи в Мюнхене – это здание новой городской ратуши, в которой заседает городской совет. Огромный фасад здания украшен интересными деталями. Отсюда, конечно, не видно, но вон там на шпиле башни установлена фигурка мюнхенского ребенка, благословляющего город. И изюминка этого здания – часы-куранты, разыгрывающие 15-минутное представление каждый день в 11 часов. 32 фигуры высотой в человеческий рост начинают воспроизводить сцены из городской жизни, которые происходили на этой площади много-много лет назад. На верхнем ярусе сражаются рыцари на турнире по случаю бракосочетания герцога, а на нижнем празднуют окончание чумы. А вот и старая ратуша, которая выглядит посвежее новой, отсюда и путаница. Вдалеке виднеется Мариинская колонна, давшая название площади. Она считается одной из точек отчета нулевым километром для измерения расстояний в Мюнхене. Рядом с ней находится рыбный фонтан или Фишбруннен. В него не надо кидать монетки, а стоит просто намочить кошелек, чтобы, как говорит легенда, в нем наконец завелись деньги. Даже если вы не являетесь футбольным фанатом, я уверена, что вы слышали про клуб «Бавария». И здесь находится флагманский магазин, в который стоит зайти. «Бавария» является самым титулованным профессиональным футбольным клубом в Германии. В конце 2013 года команда стала первым немецким клубом, выигравшим клубный чемпионат мира. И все, конечно, помнят, что в Германии праздную победу в чемпионате обливаются не шампанским, а пивом. Один из самых известных в мире пивных ресторанов находится в Мюнхене. Это легендарный Хоубройхаус. Про это место принято говорить с приставкой. Старейшая пивоварня, придворная пивоварня, лучшая пивоварня. И обязательно отмечаю тот факт, что здесь в свое время бывали Моцарт, императрица Сиси, которая, как мы выяснили, и конфеты любила поесть, и пиво попить. Ленина по Рускрупской. Надежда Константиновна была так впечатлена заведением, что даже отметила. Особенно охотно вспоминаем мы о Хоубройхаус, где прекрасное пиво стирает все классовые различия. А вот то, что здесь частенько бывал Гитлер и даже зачитывал в парадном зале официальную программу нацистской партии, рассказывать не любят. Как только ты заходишь в заведение, тебя подхватывает волна хаоса. Официанты в костюмах проворно бегают заказами, продавщицы размахивают брецелем. Главный зал, в котором мы сейчас с вами находимся, вмещает более 1000 человек, и все они пытаются перекричать оркестр. В таком антураже очень легко определить туристов. Если кто-то нервно крутит головой по сторонам в надежде найти свободный столик – это турист. А вот местный выглядит, ну, не то чтобы часть корабля, часть команды, но очень органично, особенно в национальных костюмах. Несмотря на то, что это заведение пользуется популярностью среди туристов, здесь также много местных. Но местные пьют пиво с необычных кружек. Они у них персонализированы и хранятся они в специальных ящичках. Эти кружки они моют в этой раковине. У них даже есть такой общественный ёршик. Но для самых брезгливых я видела, что они держат еще свой ёршик тоже в этих специальных ящиках. Эти ящики передаются по наследству. Я не знаю, как реагирует на это следующее поколение, потому что если твой батя был завсегдатаем в пивной, я не уверена насчет того, какие у них там семейные отношения были, но тем не менее такая традиция есть. Короче, чтобы найти столик, это нужно просто пройти какой-то квест. Полностью все забито, все шумно, здесь играют музыканты, которые пьют вот какие-то, наверное, 2-литровые кружки пива, и чем больше они пьют, тем веселее и задорнее становится музыка. Конечно, такая атмосфера, она придает определенный уровень веселья, она просто поднимает его до небес. Конечно, сюда в первую очередь приходят, чтобы попробовать легендарное пиво, которое варят здесь с 1589 года. За это время они действительно стали мастерами своего дела.
А вот к сытным блюдам баварской кухни есть вопросы. Для примера, такой набор из 4 сосисек и капусты стоит 17 евро. Если есть желание заказать хлебную тарелку, нужно заплатить еще 6,5 евро. Есть и еще нюансы. Но после нескольких глотков хмельного ты не обращаешь внимания ни на отсутствие сервиса, ни много странных соседей. И отдаешься во власть атмосферы праздника. Если вам все же не нравится обстановка пивного трактира, на втором этаже ресторация поизысканней и атмосфера поспокойней. Выводы. Место интересно и стоит, наверное, посетить один раз, чтобы почувствовать общую атмосферу. Но я бы вряд ли вернулась сюда снова. После посещения этого чудесного заведения за руль садиться не стоит, а лучше покататься на общественном транспорте. К тому же мюнхенское метро стало настоящей городской достопримечательностью. Речь идет о станции с залитой ультрафиолетовым светом, с огромными разноцветными светильниками на потолке. 11 мощных ламп диаметром около 4 метров превратило это место в настоящий арт-объект. Оно даже попало в список самых красивых и необычных станций метро в мире. Здесь часто проходят съемки. Одна немецкая группа даже сняла на станции обложку для своего альбома. Следующий день нас встретил неприятным моросящим дождем и пронизывающим ветром. Поэтому поход в музей BMW пришелся как нельзя кстати. Высокое здание в виде четырехцилиндрового двигателя – это штаб-квартира BMW. Здание справа от него, напоминающее суповую миску и как бы накрыто эмблемой, словно крышка от бензобака, непосредственно музей. Немного не разобравшись с указателями, мы попали в мир BMW. Огромный выставочный павильон, где можно ознакомиться с инновационными идеями и планами концерна. По сути, это салон, хотя, конечно, очень необычный. Это место, где вы можете заказать автомобиль, ознакомиться с новинками, и он уже производит сильное впечатление. Сам музей находится в соседнем здании, и мы как раз сейчас в него и отправляемся. Здания между собой соединяются мостом, поэтому даже в плохую погоду очень удобно перебежать от одного места в другое. Еще здесь открывается очень даже симпатичный вид. Билет стоит 10 евро, покупаем на двоих. Пространство музея очень интересно спроектировано. Архитектор хотел создать продолжение дороги в замкнутом пространстве. Благодаря этому ты знакомишься с историей BMW, поднимаясь по спиральному пандусу, окруженному экспонатами. Его длина составляет 1 километр. Музейная экспозиция выстроена в хронологическом порядке, перенося посетителей от прошлого марки к ее настоящему и приоткрывая завесу будущего. Многое из представленного на выставке – настоящее чудо инженерной мысли. Свыше 120 экспонатов занимают территорию в 5000 квадратных метров, и мы остановимся на некоторых из них. Первый автомобиль BMW был выпущен в 1929 году. Это была малолитражная модель. Автомобиль оснащался хорошим мотором и мог развивать скорость до 80 км в час. Огромный стенд с мотоциклами. Тут собраны абсолютно все модели, когда-либо выпускавшиеся концерном. Раритетный BMW 328, спортивный двухместный призер многих соревнований, принимал участие в 172 чемпионатах, одержав 141 победу. Особое место занимает двухместная машинка «Пузырь». Причина кроется в том, что благодаря выпуску этого автомобиля в 60-х годах 20 века компания смогла избежать банкротства. По соседству стоит BMW с двухлитровым мотором и двумя карбюраторами. Воплощая собой идеальное сочетание мощности, управляемости и комфорта, автомобиль быстро стал новым фаворитом публики. А это автомобиль, выигравший впечатляющее количество гонок. Благодаря ему BMW доказывает миру, электрокары могут быть такими же быстрыми и увлекательными, как традиционные спорткары. Много внимания уделено Элвису Пресли, который у меня больше ассоциируется с розовым Кадиллаком, но он также ездил и на BMW 507. Сама по себе эта машина – икона стиля, стоимость которой на аукционах может исчисляться миллионами долларов. И это лишь малая часть того, что представлено в этом музее. Так что, если вы ярый автолюбитель, от этого места будете в восторге. Музей мне очень понравился. И, на мой взгляд, он выполняет свои функции. Это знакомит с историей бренда и немного влюбляет в себя. Так что у тебя возникает желание когда-нибудь приобрести автомобиль BMW. Да ладно, шутка это была. Не собирайся покупать никакой другой автомобиль. Мы уже столько с тобой пережили. Ни один бампер не станет между нами. Вот и закончилось наше путешествие. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И самое главное, берегите себя и своих близких. До новых встреч. Пока-пока.
не выстав. Атмосфера здесь непередаваемая. Блин, они начали опять петь. Мы взяли попробовать максимально традиционную баварскую закуску. Мне опять играют. Пратхеш, квадратиш, гуд. Место колоритное. Очень интересное. А вдруг сработает? Еще даю большую рекомендацию. Никогда не прыгайте с таких мостов, когда вот есть такое развлечение, когда ты на веревочке берешь, прыгаешь с него и получаешь массу адреналина. После этого вы просто испоганите себе жизнь. Вот я теперь на таких мостах после такого прыжка вообще очень некомфортно мне находиться. У тебя такое ощущение, что ты вот-вот и упадешь, потому что у тебя есть эти воспоминания от этого прыжка, и ты вместо того, чтобы стоять и просто наслаждаться красотами, у тебя нерациональный страх, а у тебя действительно кажется, что вот-вот и мост рухнет. Так что, ребята, не надо. Вот этот адреналин – это плохо. Не надо. Ну все, да?